сегодня преображение. Господь, я только что вернулся. А это вот рядом русская печь Володина. А то у меня пол окна мои. Прихожу, тут лепешка. А тут рядом-то белый лежит. Ух ты, куда залез? А этот мешочек у меня термос. В него Володя наливает там с укропа заварка. И это тоже около него жена, опять беременная. Вот. А здесь волка. Сейчас это освященные плоды принесет Володя. Это у него тут мука. Русская печь. Я ее делал когда-то калашниковым. А получилось, Володя будет жить. Вот что тут есть. И что тут есть? Яблочки. Два ведра. Две фляги воды. Ну, а тут уже вход в другую комнату. Вот он я, Володя. Раз, два, три, четыре. Четыре, где человека спят. Это с малины сушат. Вот сколько? Три, четыре, пять, шесть. 12 человек. 12. И там еще 31. 43 человека можем принять. Это русская печь, на нее залазить тоже сушить можно. Вот эти, в которых он делает кирпичи и хлеба. Все у нас тут есть. Тут одна деньги прислала, вот это купили из Испании. Такая верующая душа. Это холодильники. Здесь что-то масло. Спросить надо, вон, кому надо. Вот так. Посмотрим, а то дядя Володя, да как, поверить или нет, дядя Володя? Посмотри, где. И чего вы тут разлеглись? Я специально это показать тебе. Лепешку караулят от мышей. Ну покажи хоть, что там у нас осветили-то. Заноси. Куда? За стол? Делить будем. А это, пирога-то нету? Есть, вот он. Есть. Вот надо все разделить на четыре счастья. А она взяла себе, нет, Надежда? Да, они уже с матушкой сейчас есть будут. Значит, это все наше, на троих, да? Да, да. О-о-о. Эту свеклу-то остановить будет, оставить. Вон он сам сошел. Так, ну-ка, ребята. Ой-ой-ой, ну молодец, охраняет, а. Похвали их вот на ради праздника-то. Конечно. Я их уже похвалил. Покормил. Похвалю, говорю. А как, веник? Но он еще зеленый. Так, ну, что? Так и скажем. Надежде давать, нет? У них есть. Есть. Ну, на три счастья я сейчас разрежу. Все тогда, да? Да. Что там у тебя еще? Все. А то освещенное? Да, да. Ну, это разрезать на три счастья. Надежда ничего не освещала, маленькую сделаешь четвертую, чтобы она... Кого? Она осветила себе морковку, огурцы. А ты уже отдал, да? Да. Ну все тогда, давай ножик, сейчас я порежу все это. Пообедай скорее. Нет, нет, сначала я отнесу. Вот как. Давай сам режь. В одно ведро. И я к брату болящему, к Иосифу, мигом слетаю. И вот эту лепешку разрежь тоже на три части. А зачем на три-то части? А? А зачем на три части-то резать-то? На четыре? Ну а зачем на четыре-то? Мы здесь едим спокойно. Да хотели лепешку ему целиком? Я про лепешку говорю. Не-не, не целиком. Лепешку. Я все, я говорю, пирог, все надо разрезать. Раз нас четверо. Ну, режь на три части. В одно ведро складываю, я понесу. А то неудобно буду обедать. А мне идти сгорело. Ну ничего. Я не буду такую давать. Недавно. Ну, скажем, то торопились. Володя, отрежь, пожалуйста. На это не гляди. Лепешку я прошу. Я все объясню, и он понимает, один нож есть со скоблетой. Все, вот это вот ему? Да. Это и это. Отрежь. Смотри, руку не захвати.
Вот сложи в одно ведро, и все освещенное. Я сейчас мигом быстренько схожу. Помидоры, все, что освещенное, по одному дай. Да можно и так положить, без целлофана. Смотри, лег, ноги протянул как. Да, не сыпай. Так, аппарат я принес у тебя, там аппарат. Да нет, я вроде... Да я на него снимаю, никуда не делся. И арбуз разрежь на три части. Человек больной, ему это дорого так все будет. Так ладно, клади еще. Можешь другое ведро взять. А ты ведро ты сам брал или Вилстинова дали? Нет, это я сам брал. А я им красный давал, ты не взят от них? Нет. Ну вот надо напомнить. Напомнить когда? Когда пойдешь за молоком после Успения Божьей Матери. О, как делается. По всей правде. Разрежь на это счастье. Вот так. Побольше 90 градусов получилось. И там как раз будет 8. Нет, хорош оказался. Вот как? Да. Чудо Божие. Да. Самый большой туда ему. Да. Все? Так, нет, как освещено это? Помидоры, огурчики. Простых огурчиков подложишь, я потащу. Все. Могу и морковкой заняться. Так, у тебя ничего нет? Морковки, отрежь ему кончик самый. Да зачем? Все. Есть, да? А у нас осталось? У нас нет. Ну так отрежь мне маленько. Освещенное. Попоем. Вот так. И яблочки освещенные, да? Да. Маленечко положи два. Вот как у нас. Ну а свеклу тогда можно коромочку отрезать. Да зачем, Игнатий Иванович? Ну, сами сотрете. И затем, что брату надо дать.